Сдобное, дрожжевое и непременно с изюмом. Рецепт кулича традиционный, как и способ выпекания. В формах тесто отстаивают 40 минут. После ровно столько же оно румянится в печи. Белковой смесью, на которую уходит порядка 40 яиц, символ Пасхи обмазывают только после того, как он полностью остынет. Практика показала, если нанести ее на горячий кекс, при любых манипуляциях глазурь начнет крошиться. За смену мы делаем где-то 250-300 куличей. Но у нас они опять же идут с оформлением дизайнерским. И это более трудоемкий процесс. Своими руками у нас девочки-кондитера из мастики. Мы закупаем мастику разных цветов и сами делаем бабочки, цветочки. Сами без дополнительного оборудования делают кондитеры и творожные пасхи. По православным правилам, сладкое творожное блюдо должно быть в форме усеченной пирамиды, символизируя гроб Господень. Но на предприятии их делают в виде тортов. Ежедневно на партию из более чем сотни штук уходит 120 килограммов свежего творога. К нему добавляют яйца, сахар, сгущенное молоко. Устоять непросто даже кондитерам с многолетним стажем. Соблазн есть во всем. Оно, потому что оно реально вкусное, очень вкусное. И мы каждый, кто из нас работает, все равно, потому что Пасха – это не торты. Торты – это они каждый день, а Пасха – это раз в год. И все равно ты каждый раз хочется ущипнуть. Положено дегустировать, конечно. Мы же должны знать, что наши люди кушают. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В магазины области ни пасхи, ни куличи не уедут, пока их не осветят. Иеромонах Венедикт делает это ежегодно. За обряд работники предприятия отблагодарили. Специально для священников кафедрального собора испекли артос – особый хлеб в виде кулича. Они применяются в богослужении, именно непосредственно участвуют в богослужении, которое совершается пасхальную ночь. После, по прошествии недели, этот хлеб раздается прихожанам. Это символ воскресения Христа. Это символ начала жизни. Это символ весны, духовной весны, душевной, и, конечно же, той весны, которая возрождает душу человека. Вкусные символы кондитеры советуют покупать за день до православного праздника и хранить их в холодильнике. Так выпечка не зачерствеет и лучше сохранит вкус. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».